машем в камеру. Детям на память. Второй звукооператор тоже готов. Внимание, дамы и господа, прослушайте объявление аэропорта «Школьный». Через несколько минут у стойки номер 26 начнется регистрация билетов на рейс 2019. Следующий по маршруту – детство-юность. Провожающих просят занять свои места в зале аэровокзала. Пассажиры, вылетающие из аэропорта «Школьный» рейсом номер 2019, учащиеся 11 классов, появятся у стойки регистрации номер 26 через несколько минут. Сегодня у нас настоящий праздник. Мы провожаем юных пассажиров рейса 2019, который летит по маршруту «Детство-юность». Много ли они мечтали об этом путешествии? И вот этот миг настал. Приветствуем наших выпускников! Вот и собрался, наконец, в последний раз.
неповторимый наш 11 класс. Ну вот, и что же мы теперь делать будем? Говорил же, что надо было в детстве оставаться. Вот и на картах. Может, неправильно мы в путь собрались? Что-то не сделали, о чем-то забыли. А у меня идея. У нас есть 40 минут. Надо остановиться, сказать слова благодарности нашим учителям, родителям. Оставить частичку своей души здесь, в этом доме, близким людям. И, конечно, друг другу, чтобы потом во взрослой жизни было что вспомнить и к чему вернуться. Большими портфелями, где было много книг и тетрадок, которых с годами становилось все меньше и меньше. А уроков все больше и больше. Конечно, помним. Внимание! Вы смотрите историческую реконструкцию первый раз в первый класс. Осень 2008 года. Начинаем операцию «Осенний призыв первоклассников». Задействованы все силы школы. Сопротивление бесполезно. Учиться все равно придется. Сдавайтесь, вы окружены нашей заботой и вниманием. 1 сентября 2008 года. Дорогие первоклассники, у школы вас ждут ваши учителя.
Салтанова Евгения Юрьевна. Улискова Светлана Алексеевна. Василец Ольга Николаевна. Крамаренко Елена Степановна. Генералова Тамара Михайловна. Скорбью и печалью.
вашего студента много зим и много лет. Прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести, но так будто жив всегда. Живы и здоровы, день и день придет тогда. Свидимся мы снова всех вас вместе. Соберу, если наши жми, не я случайно не умру от святой латыни. Если не сведу с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если те профессора, что студентов учат, горим мы кружкалера, насмерть не замучат, если насмерть не убьюсь. Так мимо пирушки обязательно вернусь. Вам, друзья, подружки, подстаю, держу весло, через миг отчаянно сердце бедное. Всего скорбью и печалью тихо плещется вода голубая лето. Вспоминайте иногда вашего студента. Родителей, примите низкий.
низкий родительский поклон и слова благодарности. И пусть в памяти наших детей навсегда останутся светлые школьные годы. Вот и прошли 11 лет. Всякое было в них. И много хорошего, и много плохого. И грустное было. Только мне кажется, что прошел всего один день. Пусть сбудутся заветные мечты, и школьные годы не забудутся, и школьные друзья не забудутся. Идите прямо и помните, что родители вас очень любят. Мы всегда ждем вас дома. Не забывайте своих учителей, которые дали вам не только знания, но и часть своего тепла. Пусть ангел-хранитель будет всегда с вами. Удачи вам, ребята! Дорогие наши выпускники, последний звонок – это и ваш, и учителей, и наш родительский светлый праздник. Много самых ярких эмоций было пережито за эти годы. Поэтому от лица родителей учеников мы хотим поздравить всех присутствующих, а нашим уже повзрослевшим ученикам, деткам, пожелать найти себя в этом большом мире, выбрать профессию по душе, стремиться к своим мечтам и никогда не сдаваться, как бы временами не было тяжело вам. Мы вас всегда обязательно поддержим, поможем. С благодарностью вспоминайте школу и учителей, которые столько лет здесь делились с вами душой. Дорогие наши, уже такие взрослые дети, от лица всех родителей разрешите поздравить вас с этим долгожданным и трогательным моментом. Скоро вам предстоит покинуть такую уютную и такую привычную школу. Так пусть с улыбкой и теплом будут вспоминаться вам школьные годы. Пусть последний звонок, который прозвучит для вас сегодня, станет символом счастливого и незабываемого школьного времени. Мы в вас искренне верим. Поэтому мы желаем вам найти достойное применение своим знаниям и стать успешными людьми. Пусть жизнь радует вас достижениями, свершениями, личностным развитием, новыми знаниями. Желаю вам счастливой жизни. Стремитесь, достигайте, покоряйте новые горизонты, уверенности вам в себе. У вас позади бесконечное количество уроков, а впереди сложные экзамены, которые мы желаем вам пройти уверенно и достойно. В добрый путь, дорогие выпускники! Thank you.
все наш любимый глаз. Не слышно ведь шум не гам. Грустно стало ему без нас. Без него стало грустно нам. Опустил наш любимый глаз. Не слышно ведь шум не гам. Грустно стало ему без нас. Без него стало грустно нам.
Внимание! Объявляется посадка на рейс 2019, следующий по маршруту детство-юность. Attention! Now boarding on flight 2019, following off road, childhood young. Итак, до отправления рейса осталось 5 минут. And so, before the flight's departure, left 5 minutes. Моторы. Администрация и персонал школьного аэровокзала желает вам счастливого полета и хорошего настроения. Счастливого пути! Мы приглашаем на наш праздник тех, кто прошел нелегкий путь от первого школьного звонка и кто состоит сегодня на пороге звонка последнего. Встречайте гордость школы,
честь школы, наши 11-классники, выпускники 2019 года. Одиннадцатый А. Классный руководитель Людмила Васильевна Николаева. Одиннадцатый Б. Классный руководитель Галина Николаева Худцева. Одиннадцатый В. Классный руководитель Татьяна Борисовна Бухановская. Abusada, mente. Abusada, mente. Красиво!
Клубникин Данил. Милосердова Ангелина. Сергеева Елизавета. Муравьева Элина. Орлова Мария. Ошур Максим. Жихарева Милена. Свищев Ефим. Саламатова Эвелина. Отпущен срок, и вот в последний раз звенит звонок, звонок прощания и звонок надежды. Право дать ноги. Последний звонок предоставляется отличнику ноги. Учебы, спортсмену, активисту, ученику 11 А класса Владиславу Евтихову и ученице 1 Б класса Анне Артемовой. Thank you.
Постарайтесь стать лучше, умнее, добрее. Постарайтесь себя в этой жизни найти. Постарайтесь не падать и не ошибаться. Постарайтесь свой правильный путь отыскать. Если вдруг оступились, умейте подняться, чтобы в жизни достойное место занять. Тихо-тихо входит взрослость, тихо-тихо взглядом манит. Загадать успеешь желание в этот краткий миг прощания. Мы отпускаем наше детство, мы говорим ему: лети! На легких крыльях в поднебесье мечты наивные неси. Пусть вместе с шарами поднимутся ввысь мечты сегодняшних выпускников. И пусть все ваши мечты обязательно исполнятся. Прощаемся мы со школы родной. Останутся в памяти школьные годы, где связаны были мы жизнью одной. Здесь мы росли, здесь мы повзрослели, здесь научились мы крепко дружить. Может, когда-то мы в классах шумели, но как же без школьникам быть? Уходим из школы.